Всем привет, дорогие друзья! С вами Глеб Киевский. И это новое видео по билд-батлу, которое я снимаю на сервере Meloncraft. Все вы знаете этот сервер, да, на нем я теперь всегда буду снимать билд-батл. А возможно, если вы захотите и другие мини-игры. Ну что, мы с вами, в принципе, погнали строить, да, друзья. IP-ник сервера будет в описании. Ну а я всем желаю приятного просмотра. Давайте, значит, сейчас, ребят, будем строить. Сейчас, ребят, будем думать, как бы нам все это прикольненько сделать. Значит, смотрим. Игра у нас сейчас вот-вот-вот начнется. И арфа, ну, ребят, сложная тема. Значит, так, ребят, что нам потребуется? Нам потребуется вот так вот выставить блоки, построим ее деревянную. Давайте, выстраиваем тут вот так вот из блоков. Давайте, друзья. Давайте строим, значит, строим вот так вот, да, выстраиваем наверх. Давайте, друзья, ну, как-то так, ребят, получается у нас. То есть, да, видите, вот арфа, да, получается. И дальше уже надо там блок поставить, вот тут, допустим, да, уже, типа, ее возвести наверх, как-то так-то. Да, потом вот, так, тут дальше. Ну, как бы, видите, форма начинает вырисовываться. Но надо что-то реально думать, надо как-то что-то ее сейчас, подождите, тут вот наверх, допустим, да, поставить. Давайте, 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 выстраиваем, значит, что делаем, короче, тут вот так вот, тут вот так вот, тут вот так, давайте закрутим. И дальше, ну, не знаю, можно еще, в принципе, вот видите, вот так вот сделать, да, все замечательно. Далее выстраиваем тут из блоков, да, так, и давайте дальше выстраивать вот тут вот. Значит, давайте, друзья, мы, короче, с вами возьмем забор, забор, сейчас, ребят, погодите, забор, и из него мы с вами вот так вот сделаем, сейчас вы все увидите. Давайте где-то тут, да, где-то тут придумаем. Где-то тут мы с вами придумаем вот такую вот штуку. Вот так, смотрите, делается. Вот, отлично. Отлично, друзья. Тут можно дальше вот тут тоже возвести ее, да. И я думаю, ребят, получится красиво, потому что, да, очень мы стараемся, значит... Еще, ну где бы еще поставить такую штукенцию? Ай, тут, наверное, надо ее немножечко расширить, потому что с самого начала надо было, видно, ее пошире сделать. Видите, тут не хватает места для третьей, потому что хотя бы три должно быть этих вот, а у нас только две. Вот, теперь, видите, у нас появилось место и для третьей. Ее мы ставим тоже. Все, изи, делаем. Вот, ребят, получилась вот такая у нас арфа. Ну, достаточно простенькая, но зато, ребята, очень, да, красивая. Очень, да, красивая. Мы с вами быстренько достаточно закончили. Давайте, может быть, насчет декора что-то еще подумаем. Какой-то, как-то тоже ее будем декорировать, потому что время, в принципе, времени немного. Вот, даже покидают игру. Игроки, не знаю, и давайте что-то типа такое вот поставим, типа, да, тут, типа, можно сидеть и слушать. Кстати, ребят, давайте сделаем, типа, я еще в конце сделаю ковровую дорожку. Ну, вы поняли, да, типа, ну, как в театре, да, то есть, типа, так как-то будет, ребят. Типа, тут вот такие вот эти вот, ой, ребят, не туда поставил. Ой, да что ж такое, вот, все, отлично. Так, давайте сейчас сделаю вот такие вот эти вот диваны, шикарные, как в театре, да, и тут, типа, можно сидеть и слушать великолепную музыку, да, почему бы и нет. Ну что ж, а теперь, ребят, пришло время ковровой дорожки, значит, смотрим. У нас тут с вами материал какой надо выбрать, надо, короче, красная шерсть и, короче, вот так вот, да.
Вот эти, ребят, видите? То есть такие, типа, мы можем с вами сидеть и слушать тут музыку. По-моему, это великолепная постройка. И что ж, ребята, думаю, что нужно сделать скрин на память. Да, давайте сделаем скрин на память. Я не знаю, может еще какие-то партиклы сделать, но я не знаю, где их тут делаются. Время, погода, головы, эффекты, эффекты музыка. И где музыка? Заклинание, слизь. Тут я как-то еще... снег, фейерверк. Походу нету тут музыки. Ну ладно. Значит, что у нас тут? Тут, ну, не знаю, ну как бы, ну, так себе, ребята. Супер-пуп. Смотрите, просто построили человечка. И причем тут арфа? Это не арфа, это просто какой-то круг, и я не знаю, что вообще. Ну, тоже супер-пуп. Ну, что такое реально? Что это за построечка? Еще причем тут паутина, уже построили из забора. Ну и причем, почему круглая форма, я не понимаю. Это, ну, не знаю, ребят, ну, ну, так себе, ребят, мне как-то какая-то большая, вот эти, очень много их тут понаделывали. То есть, в принципе, не очень, ребята. Это у нас что? Ну, опять-таки, во-первых, это стекло, ребят, никуда не идет. Во-вторых, ну, я, знаете, я ставлю хорошие оценки, когда действительно вижу, знаете, постройку, которая заслуживает хорошей оценки. Вот моя постройка. Да, может быть, она не идеальная, но зато реально есть форма, реально вот есть все. Зелененькие кубики держат, там фиолетовые, да, все нормально. Надеюсь, понравится моя постройка игрокам. Так, ну... Ну, это что? Нет, ну неплохо, но при чем тут арфа? Объясните мне, пожалуйста, кто-нибудь. Вот это вообще что-то не похоже какая-то. Че, ну, ну что такое, реально? Это, ну, а забор? Вот при чем тут, тут этот забор? Ну, ребят, я сегодня ставлю супер-пу, потому что реально ничего даже близко похожего на арфу просто не нахожу. Реально, смотрите, везде... Это у нас что? А, ну тут, понятно, тут тоже супер-пуп. Но, ребят, реально, на задание, даже если вы построите самую прикольную большую постройку, на это будет не арфа, то это супер-пуп, знаете. Потому что надо, чтобы тема была. Ну, вообще как-то. Но я понимаю, да, я понимаю, что там действительно может быть и похоже, но за 5 минут... Такую даже эти вот не поставить, даже пол не сделать, даже не даже на. Да ладно, ребята, это победа, мы победили с вами. Да, ребята, супер. Супер, ребят, победили. Да, видите, понравилась все-таки игрокам моя постройка. Не, ну реально, смотрите, как бы арфа, да, есть все. Форма есть. И, как бы, ребят, видите, да, вот так вот у нас с вами получилось. Все, ребят, короче... Вот такая вот замечательная постройка у нас с вами получилась. Я очень надеюсь, что она вам понравится, потому что я очень старался сделать прикольную постройку. Итак, друзья, сейчас, короче, с вами будем что-то думать, что-то строить. Давайте, ребята, давайте, сколько там остается? Одна секунда. Построить надо солнце. Сейчас подумаем, ребят, сейчас построим. Так, значит, солнце, как бы, солнце. Ну, как бы, голубь, не знаю, какие-то блоки, может, золотые взять, типа, давайте сейчас подумаем, такс. Давайте сейчас подумаем, сейчас что-нибудь обязательно сделаем. Так. Так, ребята, ну давайте как так сделаем. Сейчас, ребята, я думаю просто, как правильно это все сделать. Давайте какое-то круглое, не знаю, сделаем красивое солнце. Сейчас, ребята, что-то будем думать, что-то мудрить. Значит, давайте как-то, не знаю, что-то сейчас насчет солнца. Ну, тут как-то поставим блоки. Давайте как-то так. Не знаю, да. Ну, давайте вот так вот сделаем, типа, солнышко, да, у нас с вами получается. Видите? Вот так как-то поставим. Смотрите, вот так вот как-то будет. Вот так, смотрите.
Давайте думать. Сейчас, смотрите. Давайте вот так как-то сделаем, даже не знаю. Ну да, давайте вот так как-то, не знаю, фигуру надо придумать просто, друзья. А вот это вот немножечко сложновато. Сложновато придумать, и времени мало остается. Давайте как-то так, не знаю, что ли, сделаем. То есть какое-то чисто круглое. Давайте, ребята, как-то так делаем, смотрите. То есть, видите, уже покидают игроки игру. И понятно, потому что постройка нелегкая. Но я надеюсь, что мы с вами справимся. Я надеюсь, что мы с вами, друзья, сможем справиться. Так, давайте как-то так, не знаю, сделаем. Такс. Ну вот видите, такая вот форма чисто кругленькая. И лучки сделали с вами. Солнце, конечно, не просто построить, но мы с вами это сделаем. 3 минуты у нас еще остается. Мы, кстати, может быть, с вами еще сделаем небо. Небо внизу, фон внизу, думаю, голубое небо. И облачка сделаем. Как вы, друзья, смотрите на то, чтобы это сделать? Мне кажется, классная будет идея. Я бы тут еще, может быть, даже какой-то... Жалко, что боковые стенки нельзя менять. Я бы тогда сделал небо и облачка. Ну, а так делаем так, как у нас получается, так, как мы можем. Так, солнышко, вот. Давайте лучики сделаем. И, в принципе, все просто, да. И давайте теперь самое сложное. Вот какое-то личко сделаем, типа улыбающееся солнышко. Так, сейчас придумаем что-нибудь, давайте как-то так, вот такие материалы возьмем. Сейчас, ребят, будем думать, и как-то нам надо его просто с вами заполнить, так. Да, давайте что-то тут сделаем, типа, может, рот, смотрите как. По-моему, неплохо, ребята, по-моему, неплохой ротик получился. Давайте строим дальше. Значит, как-то вот так вот. Вот так вот, да. Я не знаю, глазки надо по-любому, ребят, сделать. Глазки. Так, вот глаза. Глаза. Конечно, милота просто, да. Ставим, короче, тут такой вот блок. Тут тоже мы отмерили с вами. И теперь, вот, личка получилась. Дальше просто нужно все это заполнить. Ай, мало времени остается. Надо же еще успеть облака сделать, друзья. Надо еще успеть сделать облака. А это я не знаю, успею я сделать или нет. Надеюсь, что успею. Не знаю, носик какой-то давайте ему сделаем. Вот такое вот получилось у нас с вами солнышко. Значит, смотрите. Смотрите, ребят, мало времени. Что мы делаем? Мы с вами берем, короче, вот так вот, смотрите, делаем. И сейчас мы с вами сделаем облачка. Облачка мы сделаем из белой шерсти. Какие-то вот давайте... Вот такие какие-то, не знаю, там, вот, как-то так. Давайте какие-то придумаем сейчас облака. Давайте, ну не знаю, даже как-то надо чисто, знаете, облака придумать, вот, не знаю, чтобы они, типа, были какие-то, вот, видите, узоры. Ну, так, как-то, допустим. Допустим, вот так вот, допустим, тут вот так сделаем. Как-то вот тут вот так вот замудрить надо. Все замечательно. Замечательно, друзья. Все, времени мало остается. Ну а мы с вами, в принципе, уже заканчиваем облачка. Да, надо достроить. Все. И в принципе больше ничего. 24 секундочки. За 15 секунд до конца я остановлюсь, ребят. Давайте последнее облачко где-то тут ставим. И будем уже скринить, потому что не успеем. Все, ребят, давайте. Скрин. Скрин делаем, скрин на память. Давайте 10, 9, 8, 7, 6. Так, все, делаем скрин, ребята. Делаем скрин. Опа, опа. Все, ребят, скрин я сделал. Вы тоже делаете скрин. Я погнал оценивать. Бог мой, это какое-то страшное солнышко, друзья. Не, ну смешное, конечно, но страшное. И причем тут еще, ну, цветочки, лютики. Но вы лучше его сделали побольше и не такое страшное. Ну а это что такое? Какое-то вообще какая-то чупакамбра, реально, смотрите, какое-то
Еще губку, что тут губка вообще делает, я не понимаю. Ребята, давайте какое-то солнышко нямкое, знаете, как нямкэт есть. О, ну тут все понятно. Тут тоже вообще солнца нету, вот написано, да. Я больше не умею делать солнце, но не умею, значит, не надо ходить на билд батл, участвовать в билд батле и еще оценивать других игроков. Тут тоже солнца нету, ребята, все у нас очень плачевно сегодня. Я даже, ребят, не ожидал, что сегодня реально никто не сможет просто выстроить какую-то форму солнца. Солнышко, ребята, ну что, ну просто солнце построить. Ну видите, вот мое солнышко, как бы. Да, вот мое солнышко. Видите, вот облачка, все, вот там желтый кубик кто-то да держит, кому-то очень понравилось. Надеюсь, что, ну видите, хоть солнце есть, облака есть. Так, а это у нас что? Ну, какое-то, не знаю, сердитое. Ну, даже я не знаю, что поставить. Ну, не знаю, может быть. Ну, ладно, окей, поставлю. В принципе, парень старался, и хоть какое-то солнце у него чисто так получилось. Ну, это как бы солнце, нарисованное на полу. А почему бы его, почему вот многие делают его ввысь, а он просто на полу сделал арт, вот и все. А это у нас что? Ну, не знаю, ладно, меня тронули. Хоть солнышко стоит, хоть как-то что-то есть. Хоть какая-то постройка, такс. Это у нас супер-пуп. Солнца нету, просто какой-то кубик маленький. Ну а что, облачка это декор, главное солнце. А солнышка там толком и нету. Так, это тоже супер-пуп. Солнца нету, какая-то просто, не знаю, какой-то горшок желтого цвета, горшок с медом. Это не солнце, это, ребят, вообще капец какой-то. Я даже, ребят, не знаю. Ребята, я победил! Да, отлично! Видите, мое солнышко победило. Смотрите, как оно радуется, ребята. Ставьте лайк. Вот видите, оно прям с вами радуется. Да, ребят, прям вообще супер. Ребят, вообще, мы с вами победили. И я очень рад, что мы с вами действительно сегодня построили такую классную постройку. Ребята, я очень для вас старался, поэтому обязательно поставьте лайк и напишите комментарий под этим видео. Потому что как бы я очень хотел, чтобы вам это видео понравилось. И давайте, думаю, ребят, пришло время с вами прощаться. Да уж, ребята. Ставьте лайки, если вам нравится Build Battle. Ну а я буду стараться для вас строить все новые и новые постройки. Занимать самые лучшие первые места, очень для вас, конечно, стараться, и чтобы вы тоже могли себе, как бы, такие постройки сделать, да, то есть солнце, как бы, постройка непростая, все, но я построил. В общем, ребят, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, потому что ваши комментарии очень важны для меня, все их читаю с большим удовольствием, вот, и пишите ваши идеи для новых билд-батлов. Ну, а с вами был я, Глебкевский. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и до новых встреч, мои дорогие друзья. Всем пока-пока!